Всем привет, дорогие друзья, с вами снова CodeGameOne и... Эдисон, всем привет. И также вот с нами MZ. Играет... Ну да, был MZ. И сегодня мы играем в режим One in the Chamber. Это такой прикольный режим, где вам дается лук, одна стрела и меч. Ну, в принципе, да. Вы все сами увидите теперь. Так, ладно. Да, в принципе, я об этом говорил. Ну да. Так, карта, в принципе, неплохая. А, вот видите, и меня убил. Уже слили. Одного убил! Вот, слил прям. Скилл спал Ауч. Просто. Фу, я Ауч, тоже убил. Ай, о, еще. Я заразил одного этого жога. И убивается с одной стрелы, кто не знает. Ну да. С одной стрелы, естественно. О, прям. Хэдшотом прям. А. Ну, в принципе, я уже троих убил. Прикинь, я просто троих, вот чисто они все дерутся, я всех троих с лука просто снял. А. Это вообще такая жесть, в толпе, знаешь, там стоят и просто с лука так бум-бум. По очереди. Прям круто. Ну, так, ладно. Вы видели, что сейчас было? Ой, я появлялся 4 раза, так. Господи, меня бьют! Ай, отстань меня! Надо, о, сзади. Вижу, прикрой, у тебя есть лук? Так, сейчас. О, все, убил, у меня стрела дала. Сзади, чувак. Своим по... это как было? Я его убил, да. И... Ну да, есть такое, было такое. Так, окей. Сейчас я вижу, что они наверху. И... Так, попробуем забраться. Нет. Ой, дебилка. У меня что-то глючит. Я белку слил. Меня слили. Прикиньте, первая смерть. Фу. А тебя что, уже полностью убили? Кого? Меня, да. Так вы бы видели, как меня сейчас убили. Я 4 раза подряд появлялся на одном и том же спе. Да. Спаун килл, что ли? Да, и там один и тот же человек стоял и убивал меня 4 раза подряд. Я так одну девку, или кто это был, со скином так пони. Блин! Сзади меня кто-то бежит вроде. Ай, вижу. Ух, нифига себе, сколько их там. Так они все вон там, в доме. Ай, помоги! Танк, пошла! Крыса на балконе. Вижу. Блин, ну я в него не попал. Сейчас я к нему подбегу. Ой! Шоп-черт, он меня забил. Ладно, он меня забил. Крыса на балконе меня убила. Так, у меня пока 9 киллов, но это еще неплохо. Сколько у тебя жизни, Эдисон? Еще 2. Блин. Овечка меня бьет. Ух ты, блин, всего один удар, и овечка мертва. Сзади. Не успел. Капец. Так, ладно. Что у нас? У нас 6 осталось. Неплохо. Так, вижу овечку. Или кто это? Не знаю. Все, овечка мертва. Килью мада пока. Так, теперь у нас 5. О, Эдисон, здорово. Ты сзади? Да. Да, все. Тогда давай пока двое. Вдвоем. Так. 2-2. Этот мудак своим луком уже заколебал, честное слово. Блин. Он меня пару раз подряд тупо своим луком убил. Так, все, ладно. Я один на 2 осталось. Ну, так. Да, все, и я... You have... Ой, я первый, что ли? Не-не-не. Или я... Ну, вообще, неважно. Так, давайте попробуем еще раз записать. Так, снова на первый? Да, мы тут продолжаем. Нас просто повыкидывало, я там на паузу нажал. Ну да. Итак... Теперь у нас, наверное, карта, скорее всего, будет другая. Аутем, не знаю, в общем, какая-то карта. Но вроде это не та же, на которой мы играли. Фиг его знает. О, это прикольно. А, нет, это... нет, та же. Нет. Не-не-не-не-не-не, это другая. Другая карта. Ой, блин. Ух, сейчас тут мясо начнется. Вообще тут так... Оу. Тут просто обалдеть, сколько тут людей. Там карта... людишки! Ой, прям... О, я тебя вижу. Эдисон! Аккуратненько. А, меня уже убили. Блин, чувак просто 2 нас слил. Вот, молодец. Так, о, я... О, все, давай пока вдвоем будем держаться. Буду, ты где? Я тут с синим... А, меня слизень слил. Слизень слил. Опа, слил. Вот, я тоже с лука. Так. Пока будем тут точку держать, может.
Ай! Подержали. Меня убили. Да. Вы меня убили. Тот же. А, все, я вас вижу. Так. Я тебя вижу. Как так? Чё, чёрт? Ой, блин. Чёрт. Надо прыгать, надо прыгать, надо прыгать. Да. Что тут? Эти лучники уже, если честно, поднадоели немножко. Его слили. О, господи, его слили. Крыса. Фу, так, я пока... Убил, прям убил. What the fuck, почему у него бесконечные патроны? Уйди! Да там за это, за убитого лука. Ну да. Да. У него лука стрелы. Так, ну да. Я это знаю, но... Блин, убили. Чё? Фу, дабл килл. Так, чё, двоих убил? Ух ты, убил? Офигеть. Еще одного убил. Ты убил кого-то? Да. Такое удивление, ух ты, убил? Так нет, я тут с лука... А, всё. У меня боль... А, всё. Да, у меня нету больше хп. Так. Умер я. Блин, я всего четверых убил. У меня два фрага почти украли. Ну как, почти и так два. Так, пять человек осталось живых, я должен... О, тебя убили. Да. Блин, никого не вижу, карта немного большая. Ух, нифига мы себе. Будем. Вы лучники. Ну, кстати, иди прямо, беги, там черепашка. Ой! Ай, черепашка меня убила. Ненавижу черепашек. Я херец, ты не любишь. Да. Всех присмыкающих. Так, иди сюда. Ух ты, иди нафиг. О, господи, тут ничего себе, толпа-то какая. Прям... Ух ты, блин, я устрел. Я выиграл? Нет, я не выиграл. Я не выиграл! У меня еще одна жизнь. Ай-ай-ай. О, я слил его. Прям тащер просто. Я сзади, если что. Сзади? А, это свой. Да, свой. Да. И блин! Ах, черт, меня слили. А, нет, у меня есть еще одна жизнь, ребят. Меня уже слили. Все, у тебя нет жизни? Да. Блин, тут еще и черепашка осталась. О, господи. Фу. Тут сильная конкуренция. Вот такие снайпера меня бесит иногда. Я его почти выиграл. Ну ладно, что ж, два раунда прошло. Что, третий будем записывать или нет? Не, хватит, я думаю. Ну ладно, тогда мы, пожалуй, на этом закончим. И я говорю, если вам понравилось это видео, подпишитесь на наши каналы, поставьте лайки под видео нашими и оставьте пожелательные комментарии. Все, всем удачи, всем пока. Всем пока. Пока.